Депутаты Совета депутатов Одинцовского округа от «Единой России» Татьяна Одинцова, Вячеслав Киреев и Владимир Винницкий проинспектировали ход работ по комплексному благоустройству территории парка и улицы Институт в Больших Веземах. Инспекция прошла в рамках отработки наказов предвыборной программы и партийного проекта «Городская среда». Как сообщил Вячеслав Киреев, работы выполняются в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева по комплексному благоустройству дворовых территорий.